такой ветер. Как думаете, дождь пойдет сейчас или нет? Обычно перед ливнем вот такой ветер. Ну вот, первый дождь пошел. Начался. Да, друзья, по-моему, грандиозного ливня не произошло. Идет слабый дождь, сильный ветер, и ничего такого интересного не происходит. Стрижи уже летают высоко. В небе, значит, наверное, все-таки уже дождика не будет. А может и будет. Но все-таки маленький до сих пор идет такой. Ну, скажем так, ожидаемого сильного ливня не произошло.